Советский тяжелый танк. Вы вообще такое видели? Я вот нет, я даже не знал, что такие бывают. А вот награда за очень долгий мучительный Battle Pass это Т-10А, и вы не поверите, это советский тяжелый танк. Премиумный, что может помочь начать фармить советы, если вы вдруг по какой-то причине этого еще не сделали. Боевой рейтинг 7,7 тоже, знаете, такого у советов никогда не было, и вот опять. Если что-то особенное в данном танке, да, это стаб до 25 км в час. Прекрасно, скажете вы, ну мэб, многословно отвечу я. Дело в том, что, ну, играли вы на ИС-3 или ИС-4, это то же самое, только чуть более лакшери, типа в максимальной комплектации. Так как это прем, то помимо фарма модуль уже открытый, и снарядов нам важен только он. Камернику, в принципе, претензий никаких, он известен, многие с ним играли. А вот пушка с перезарядкой на асах в 15 секунд уже под вопросом. Ну, редко когда заходит играть на долгих КД, собственно, поэтому тяжелые танки я и не люблю. Там вечно приходится тратить время на перезарядку, а жизнь уходит, мы не молодеем. Представляете вообще, сколько времени жизни мы тратим на перезарядку танков? Ну и при неудачном выстреле, скорее всего, второго шанса у вас не будет, противник успеет от КДшиться быстрее. Смешная штука, которая уже очень давно существует, это тактический разворот пулемета на респауне, всегда смешила. Броня очень спорная. Опять же, если это тяж, то на броню смотреть надо. Живучесть, да, но выбитые казённики, стволы и так далее никто не отменял. А тут подключается подвижность, ведь с выбитым стволом надо уехать, а быстро сделать это не получится. В итоге, ну, все как-то потяжело-танковски. Есть люди, которые любят играть на ИС-3, вот вам Т-10А должен понравиться. Кидало меня 50 на 50 в топ и вниз, против бобсов, понятное дело, ну, там тяжелее ваш кэп, но и бобсометы легко отлетают в силуэт. У ВН тоже типикал СССР, первое время после тех же Амеров бывали затупки, что я вообще не могу наклониться вниз. Постоянная эрекция советских танков в данном случае совсем не плюс. Насчет цены я, как всегда, ванговать не умею, но мое мнение, что совсем дешевым он не будет в силу длительности батл пасса, и многие даже не начинали его делать. Не знаю, в общем, смешанные чувства, средненький такой тунчес. Оставлять строго тактикульщикам, снайперам, кемперам и фанатам тяжи, а также коллекционерам.